Всех здравствуйте! Приветствую вас на канале Рима Кухня Огород. Сегодня я хочу сделать, рассказать видеообзор, рассказать про свой выращенный самой томат. Называется это сорт индетерминантный, среднеспелый сорт, полосатик, вот он, двойной восторг Дона. Вот такой вот томат вырастила я. Притом и вырастила я его в открытом грунте. Плотный, мясистый. Большой, крупный. Для тех, кто любит очень большие помидоры, это для вас. Он салатный, сладкий. Я его сейчас покажу в разрезе и будем взвешивать еще. Подготовила вот весы. Так. Давайте взвесим вот этот вот томатик. 340 грамм. Вот я его положила, вот этот томатик, подписал, 340 грамм. Второй взвесим. 370 грамм, 377. То есть они крупные. 458. Вот я каждый томатик подписываю. И вот этот крупнейший томат, взвесим его. Он будет на 817 грамм. Очень большой, плотный. Сейчас мы его будем разрезать. Вот эти томаты я сорвала. У меня всего лишь один куст вот этого томата. И у них большая гроздь. Вот это вот. Вот эти три я убрала с одной веточки только. Ну, как бы не ветки, а вот с одной кисти. Вот этот рос, он нижний, он рос один большой. Вот это с одной. То есть почти сколько? 1,5 килограмма я уже собрала с одного куста. А на их, на кусту, очень много. И все они вот такие вот плотные, мясистые. Сейчас я его покажу, какой он в разрезе. Вот я разрезала помидор, тот, что весил 340 грамм. Вот он какой. Плотненький, сочненький. Для салата идеально. Без белых таких вот глубоких вкраплений. Вкусненький, сладенький. Я прям вам рекомендую. Он такой вот красный внутри. На поверхности они такие вот оранжево-полосатенькие, во-первых, оранжево-желтенькие. А внутри, вот смотрите сами, они красные, сочные, мясистые. Прям очень вкусные. Они написаны, что индетерминантные, но я хочу вам сказать, высокорослый куст, но я хочу сказать, что они идеально подходит и для теплицы. Я вырастила их в Самаре в открытом грунте. Вот это данный экземпляр, это выращено в открытом грунте. У меня есть там видеообзор моей дочери, которая вот как раз таки это ее помидоры, она их вырастила с моей рассады. Вот, очень вкусно. Сейчас еще на сладость попробую. Ну вот, я еще кусочек срезала себе попробовать на сладость. Очень вкусно. Это прям вкусно. Давайте еще. Ну какой? Давайте вот этот. Мы его с вами разрежем. Ну вот, я разрезала тот помидор, который весил 458 грамм. И он такой же сочный, мясистый, без белых вот этих длинных краплений. Вот, точно такой же, как 340 грамм. Вот, они очень вкусные, сладкие. Выращивайте. Семена у меня всегда их наличие. Можете приобретать. Очень вкусные, сладкие. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.